Шестая пара. Верните, пожалуйста, на белый ринг перчатки. Работает и без коленей, кикбоксинг, лоу-кик, бэкфистов коленей нету, да. Работает и без коленей, бэкфистов, только кикбоксинг, раздел лоу-кик. По ногам можно ногами бить, понятно? И в голову тоже можно ногами и руками. Да. Все верно. А? У вас К1? У вас К1? Вообще должен быть К1. А, К1? Хорошо, тогда и коленями работаем, бэкфист. У вас К1, да? Да? Колени, бэкфисты, тогда можно. Не знаю, колени. А? Колени, бэкфисты. Да, можно, можно. Еще раз повторяю. Верните перчатки. Просто клинч запрещен. Клинч запрещен. На перчатках должно быть написано 10 и 12. Поищите в своих сумках еще где-нибудь. Если вы забрали даже разнопарные, отдайте перчатки. Ужас какой. А, это все обе десятки. Вот 12, да, вот одна десятка. Сразу их туда. Да. Ну что-то там одна двенашка, вторая десятка. Все, мы нашли, нашли все, перчатки. Все. Вот они. Все, все готовы. Середину, первый раунд. Середину. Раздел К1. Файт! Без захвата. Схватил, ударил. Файт! Давай! Стоп! Расходим с полба. На середину. Боец синего угла. На середину. Боец синего угла. Пой. Еще! Огонь добавляй! Стоп! Руки не держать! Хватит! Боковые! Боковые! Туда боковые! Еще боковые! Еще, блядь, не останавливайся!
Бойцы на середину. Бойцы на середину. Файт! Стоп! Файт! Одно колено. Файт! Пошел еще! Пошел! Стоп! Стоп! По углам! На середину, бойцы. На середину. В этом упорном бою победу одержал боец синего угла Григорян Венео. Здесь опор. В ринг приглашается седьмая пара. Ринг номер один. Красный угол. Мамедов Синан. Интерфайт. Синий угол. Байбалаев Салик. 29.05. Правило К1. Правило тайского бокса без локтей.